Гузеева, и давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас какую точку? Сегодня у нас три невесты. Ольга, Юлия и Евгения. А жених у нас Игорь. Никогда, никогда. Игоречек, ку-ку. Игорь, руководитель отдела по работе с их клиентами в инвестиционной компании, владелец интернет-магазина ювелирных украшений. Гордится покорением и бросом. Хорошо, салат не будете пробовать, тогда не скажите. Купила тут несколько банков рыбы. Да. Кошмар, все Thank you.
мечта, она осуществилась. Я считаю себя счастливым человеком, что я оказалась в МЧС, что мне повезло попасть в МЧС. Я хочу в этом случае передать всем привет, всем, с кем я работала, всем, кто меня учил, всем инструкторам, преподавателям, коллегам моим. Всем передать большой привет. Поздравления с Новым годом, с юбилеем МЧС. Скажите, а ручку профессии кто? Я учитель МЧС. Только МЧС? Чего? Один вопрос. Орден дружбы за что? За средства, за тушение пожаров, ликвидация пожаров в Греции в 2007 году. А чтобы вы знали, что женщины в МЧС у нас не только решительные, отважные, но еще и красивые, и талантливые, вы в этом убедитесь сейчас сами.